друзья, наконец-то выхожу в эфир, потому что с этими всеми нашими событиями, которые происходят в нашей стране, Украине, война просто выбили из колеи, и ни о чем невозможно думать и делать. Но, во-первых, хочу поздравить саму себя, если можно так сказать, и вас всех поблагодарить, что нас уже на канале 10 тысяч, даже больше 10 тысяч человек, это круто. 5 лет назад, когда я начинала этим заниматься, даже не могла себе представить, что будет столько людей, и я вам всем благодарна. И, ребят, это все как бы канал перерос в фонд. Я открыла фонд в ноябре 2021 года, фонд «Интеграция в Щецин». То есть цель была этого фонда и есть, это интеграция именно в польское общество, потому что эмигранты, приезжая сюда, они кучкуются по кучкам и не развиваются, не общаются, да, с поляками. Вот в этом была и моя цель. И мы, конечно, было много планов, но после 24.02 все планы, понятно, изменились, и мы очень усердно март, апрель, даже не помню, что март вообще существовал, да, мы помогали и высылали посылки в Украину, и сейчас мы помогаем конкретно тем уже беженцам, мне не нравится слово беженцы, да, и многим, я знаю, оно не нравится, то есть я называю это военные эмигранты, люди, которые эмигрировали сюда, насильно, да, так получилось в связи с тем, что война. Вот, и мы помогаем здесь уже адаптироваться. И фонд сейчас находится в... Я напишу адрес на Мария Кюри 4. Это центр для иностранцев, для тех, кто переехал сюда из-за войны, да. И во вторник, четверг мы проводим курсы, а также консультацию и вообще на телефоне консультируем. Так что знайте об этом, если кто-то из ваших знакомых, друзей сейчас находится в Щецине, без проблем, просто давайте контакты на YouTube, Facebook, Instagram, я там, в принципе, отвечаю, насколько могу, максимально быстро. Итак, я бы хотела сказать, что надеюсь, что сейчас будет больше видео, я постараюсь сообщать вам о всяких изменениях в Польше, ну, таких более, изменений просто столько, что, но более самых важных. Спасибо, оставайтесь на связи.